Так, давайте посмотрим. Возьмем пистолет. Напоминаю, что вы находитесь на канале Asmodee Play. Давай. И возьмем этот пистолет. Что за оружие он нам шлет? Бук. Надеюсь, я навел шороху. Так, тут где-то вражеские вертолеты. Так. Так. Попал. Эскорт уничтожен. Попал. А вертолет не попал. Ну и ладно. Не очень-то и хотелось. Так. Приземляемся. Что же мы видим? Ой, по нам стреляют. Так. Огонь, огонь, огонь. А нам только оружие надо. Вы нам не нужны. Так. Неплохо. Давайте, давайте меня спасите. Спасите меня. Итак, сейчас мы сделаем пару миссий. Одно из них будет основное. Ну, посмотрим сейчас. Давайте. Так. Давай, спасай меня. Ну, вот он стоит. Вот. Так, что ты мне несешь? Вот, неплохо. Так, все, можно отсюда уходить. Вы мне не нужны даром, не нужны даже. И за деньги не дать. Итак. Давайте посмотрим. Мы с вами выполним. Заберите посылку у Боумана. У меня для тебя кое-что есть. Я отправила тебе... Давайте вы... Передаю координаты. Выполним это задание. Сообщи. Я все объясню. Заберем посылку. Черт, на подходе солдаты картеля. Надеюсь, она мало весит. Ой, ой-ой-ой, что это за крен? Давай. Так. А, так мне у своих надо забрать. Так. Сейчас рванет. Кто рванет? А, мы успели. Так. Я не понял, ты что у меня? Это ерунда. Продержись, я сейчас. Вот я свой пулемет поменял вот на это где. Черт. В следующий раз не промахивайся. Всем залечь, вертушка. Так, ну-ка, надо вернуть мой вертолет. Ой, вертолет. Так. Мне нужен мой пулемет. Где пулеметы? Пулеметы. Вот этот, по-моему, у меня был. Новые детали, прицел. Так, подствольное крепление. Так, выбрано. Вот этот пулемет у меня был. Надеюсь. Или этот. Так, точность, меньший урон. Так, ну может быть и он. Так, охранник, точность, урон. Редактировать внешний вид, статистика. Г.
Одежда, аксессуары, головные уборы. А зачем это мне? Жил без этого. Ну и что? О, назад. Слушай. Где? Я хочу быть ковбоем. Вот. А, закрыто. Закрыто, закрыто. Мне на ворота не нужны. Стой. Назад. Вот это. Так, головные уборы, перчатки. Перчатки хирургические, перчатки снайпера. Без пальц. Давайте вот перчатки снайпера. Рюкзаки. Господи, у меня как на свидание собираюсь. Давайте вот этот красивенький такой с бомбами. Нашивки. Господи. С нашивки. Ну, вот такое живот. О, животное. Флаги. Вот так вот. Это мне без разницы. Так. Пулемет мы взяли. Так. Стоп, 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 стоп. Неправильно. Вот, за место этого мы берем пулемет. Где он? Так. Где мои... Так, за место него мы берем... А здесь мы берем... Что у нас? Так, по точности. С уроном. Вот так вот. Ну-ка, давайте посмотрим. Точность больше. Вот это гораздо больше. Так, это уступает, это уступает. Это скорострельность только. Нет, вот это оставим, пулемет. Так, заданные раскраски. Ой, да мне без разницы, зеленый будет. Так. А вот здесь вот оружие, это надо уже выбирать. Все-таки от него будет зависеть. Так, урон. Ага, так это мое. Ну давайте посмотрим. Так. На него ничего нет. А где глушитель? Так. 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 Так, я что-то не понял. Урон, обращение, точность. Точность большая, урон меньше. Урон меньше. А почему на нем? Ну ладно. Так, кстати, я хотел себе пистолет давно поменять. Так, обращение, скорострельность, шумоподавление. А на него ничего нету? На него ничего нету. Так, урон, 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 урон. Урон. Вот так вот, значит, будет. Тактические предметы, но они мне не нужны. Парашюты, это вообще мне без разницы. Итак. Что мы имеем? Так, это что у нас? Это пулемет. Не понял, два пулемета, что ли, один и тот же? Так. Ну-ка. Пистолет. Автомат. Нет, 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 надо поменять. Какой автомат? Спасибо, сказал. Детали, прицел, спусковой магазин. Так.
А кто поблагодарил? Ёж? Это ленивец. И ты не играешь? Я отправлю. Так, давайте. Так, давайте посмотрим, что у меня тут выгорело. Так, как тут? Надо же представить. Вы. Так, надо прицел поменять. Так, что у нас задание? Детали. Детали, прицел. Ну вот. Надеюсь, это мое хоть оружие-то. Так. Берем посылку. Документ получен. И свалим. Кстати, вертолет. Единство держит в плену высокопоставленного инженера Скалтех. Как вы понимаете, ему известны важные индустриальные секреты США, которые мы хотели бы скрыть. Сейчас единство держит. Так, надо куда-то проникнуть. Хорошо. Вот сюда. Намат, у меня там комплекс. А эта карта должна открыть защитную дверь. Хорошо, должна откроет. Мне нужно, чтобы вы его летим, нашли, летим. Вытащим. Справимся. Легко. Не думайте, что все так. Пройдет так просто. Сообщите, когда инженер будет у вас. Конец связи. Хорошо. Мы тебе обязательно сообщим. Так, я так понимаю, он в пещере в какой-то. Заплутал далеко от дома, и теперь его держит у себя один. Так. Надо забрать его, пока он не выдал все хай-тек секреты. Так, 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 вот здесь, наверное. Компания, которую основал Джей Скал? Кто это? Давайте посмотрим. Вы, так, один из умнейших и богатейших людей планеты. Скалтех, считай, изобрела половину наших гаджетов. Если он такой умный и богатый, то зачем нам за ним подчищать? Скажи спасибо, что... Так, 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 это хорошо, что у нас здесь ствол. Потом мы вот сюда пойдем, и короля тоже долбить. Вижу оружейный ящик. Так. Как раз то, что нужно. Как раз. Потом посмотрим, что ты нам прислал. Так, осталось использовать карту доступа, чтобы проникнуть в комплекс. Комплекс. Там-там-там-там-там-та-там. Смотрите, я в новой шляпе. Вот мы проникли. Так, присядем. Начните поиски инженера. Я так думаю, что давайте-ка дрон выпустим. Запускаю дрона. Что он нам покажет? Все это мощно, взрывоопасно. Ой-ой-ой. А где же у нас инженер? Где, мать твою, инженер? Я тебя спрашиваю. Ни одной живой души. Так, это мы. Внизу никого. Настолько никого, ну ладно. Это что за хрень? Так. Какая огромная. Охрану видишь? Ах. Нет, и это меня беспокоит. Вот меня и тоже. Никого. Нас здесь ждут, что ли? Поставим маячок, чтобы повстанцы подобрали потом эти припасы. Конечно, поставим. Пусть подбирают. Мне такое чувство, что здесь без пулемета не обойтись. Еще бы заминировать бы, конечно, бы здесь все. Чертовой матери. Ну-ка, наверху что? Эти ножи для чего-то есть. А давайте-ка вот сюда поставим... Где ты? Вот лягуху.
Вот так. Так. На всякий случай. Мало ли. Так. Если они, предположим, отсюда выбегут. Давайте-ка вот здесь вот тоже лягуху поставим. Приманка. Вот так. Так, так, так. Что у нас здесь? Данные. А что у нас здесь? О, боеприпасы. Неплохо, неплохо. Так. Ищем инженера. Где он может быть? Так, так, так. Дверь закрыта, все. Так, идем дальше. Тайные ходы, тайные лазейки. Что мы видим? Так, я не понял. У меня должен быть глушитель. Вот так. Расстрелялся здесь. Ага. Лифт спускаться, понятно. Так. Смотрим. Идем. Внутри могут быть гражданские. Стреляйте осторожно. Очень осторожно. Да я первый здесь валить их буду. Вы-то тупые боты, конечно, поосторожнее. Давай, 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 давай. Ждем, ждем, ждем. Так. Вот здесь вот теперь давайте посмотрим, осмотримся. Так. Мертвые. Трупаки. Кто это их убил? А кто это сделал? Что-то уж больно как-то спокойно и открыто. Заходи, бери, что хочешь. Подозрительно, ладно. Давайте. По порядочку. Уже побывала. Баба. Идите в оба. Конечно, в оба. Так. Сейчас как выпрыгнут. Сейчас как вылетят. Так. Давайте. Что там? Где-то что-то. Кажется, нам повезло. Ученые еще живы, просто без сознания. Убиты только бойцы единства. Значит, наш парень еще жив. Господи. И как нам его тут искать? Как нам его искать? Мы ищем дубина. Так. Ты как туда пролез, тварь? Вот как ты туда пролез? Вот кто мне объяснит? Как он там оказался? Животное? Так. Ох. Странно все это. Вон так, тут, кстати, где-то таблетки где-то, ага, были. Насколько я помню, вот они. Тут что у нас, радио? Нет, меня не покидает вопрос. Как? Ага, вот смотрите, тут еще есть. Вот наверх. Большой комплекс. Я-то думал, а оказался, да, действительно большой комплекс. Блин, как это? Понятно, не разбить.
Понятно, не пройти, не проехать. Так, куда бежать? Куда бежать? Хоть бы. Так, какой-то документ получен. Так, это сквозной какой-то. Так. Что еще имеется у нас? Имеются медикаменты. Дохлый врать. Стоп. Так, где-то здесь. Вот здесь вот, наверное, живой вот он. Ага, сейчас он. Два раза живой. Ни хрена нету. Так, мы сюда зашли. Так. Итак, не забыли? Мы ищем профессора. Где этот белохалатный? Так, так, так. Что здесь? Нет, не здесь. Соседняя комната. Опять не то. Блин. Да где он может быть? Так. Так, так. Наверху мы были? Были. Точно помню, что мы здесь уже были. Да нам надо. На тот верх. Или так. Пока. Блин, каждую комнату обшарить. Так. Мертвый. Так. Ну-ка, давайте попробуем. С4. Так. Взрыватель вставлен. И... смотрим. Нет, не сработало. Посмотрим здесь. Это как-то неправильно, это что ли? Так. Через труп перешагнуть. Куда здесь? Куда? Какие-то документы лежат, а только как взять? Вижу дверь. Может, я не потуда зашел? Ну-ка еще разок посмотрим. Что у нас? Инженеришка. Гребаный. Так. Вверх. Лестница. Вот, наверное, убегать когда будем. Так, идем прямо. Так, ну-ка давайте здесь попробуем. Так. Посмотрим. И... взрыватель установлен. Давай-ка. Посмотрим. Стекол нету, а я туда не пролажу. Пока. Нет, не пролажу. Так, ладно, идем. Что мы видим? Одни трупы. Мы вышли сюда.
выход. Так. Что у нас здесь? Мини наверху. Так. Ну ладно. Отправляемся наверх. Так, здесь. А тут дверь мы уже пытались взорвать. Так. Наверх, наверх. Так. Я буду удивлен, если этот доктор среди вот этих валяется мертвых. Оно, наверное, так и будет. Хотя говорилось, что он живой. Так. Камере. Никого нет. Шкаф, туалет, ванная. Здесь никого. Посмотрим. Это не открывается. Это не открывается. Там вниз. Так. Так. Мы здесь проверили. Налево или направо? Так. Здесь никого. Так. Что за лабиринт? Так, в сортире. Никого. Так. Вот никого. Так. Ну, мне кажется, мы правильно идем. Может, надо по красной или зеленой идти. Все. Охренеть, вы гляньте. Крупнокалиберные. Кто-то сильно разозлился. Так. Кто-то сильно разозлился. Я сильно разозлился. Кто так прячется, хрен знает где. Так. Надеюсь, это другой офис. А, да. Смотрите-ка. Здесь уже что-то другое. Документ получен. Так. Что еще здесь? Вот, скорее всего, здесь где-то этот козлина прячется. Здесь мне не надо в бой вступать, чтобы высвободить его. Так. Что мы видим? Сюда, сюда, сюда. Блин, бойня была. Тут просто была бойня. Надо только запомнить потом, как отсюда выбраться. Так. Какая-то ерунда, блин. Лабиринт. С подвала уж черт сюда спуститься. Ну раз уж мы спустились, будем следовать до конца. Так. Зеленый, ага. А вот, наверное, тот документ, который мы через окошко видели. Мы не одни. Правильно. Тихо. Так. Готовы. И видео. Бинго. Смотрите, какой крутой чел в шляпе. Все-таки. Живой он? Нет. Где подох уже. Жаль, что Кашевару не попал. Уокер, какого черта ты здесь делаешь? Уокер. Боуман не говорил, что здесь будешь ты. А кто здесь? Это потому, что... Смотрите, какой у него нож красивый. Знает, что я здесь. Гуляешь? Классно. Охочусь. Охочусь. А что за дичь? Так. Высокопоставленный инженер Скалтех Дэниел Родригес Арилано. У него есть доступ к технологиям, которыми наше правительство не хочет делиться. Больше похож на дешевого продавца наркотой. Дэниел проводит много времени в Боливии. Боливиец. Вряд ли он летает туда пропитаться. Нет. Культурой. Он... Какой-то уже там отмороженный, смотрите. Секрета единству. Почти сдох. Я пришел, чтобы с ним поболтать.
поболтать. Болту. А Боуман дала нам задание спасти его от единства. Ну давай. Я мог бы, конечно, втирать тебе разное, но скажу сразу. Моя настоящая цель — Боуман. Они знают, что он делает, но она все вот равно кто-то хочет нападать этого говнюка. Я так думаю. Зачем он им нужен? Он так. Информатор. Это, кстати, видео не серьезно, пропускается. Наверное, секрет, раз ты действуешь тайком. Наверное. Мне придется слушать этот бред весь. Блять, они здесь. Подними его. Так. Но пулемет у меня еще остался. Кве. Заткнись. Если хочешь выжить, иди за мной и делай, что я скажу. Давай, падла. Вы там закончили целоваться? Да. Не завидуй. Вот так вот мы с ним нацеловались. У нас любовь. Третий лишний. Иди. На два шага впереди. Прикрывай нас. Так. Уокер и нам немножко оставил. Блин. Пора отрабатывать зарплату. Пута мадре! Кто они такие? Если хочешь выжить и узнать, пригнись. Давай. Давай, давай. Дрон. Мы вот. Дрон в воздухе. Я иду на позицию. Дайте найти хорошую позицию. Иду на новую позицию. Давай. Цель отмечена. Цель пропала. Давайте нет вот цели, так. Повторяю, нет цели. Огонь, огонь, огонь. Прямо в цель. Все. Открываю огонь. Сейчас мы их всех завалим. Так, где мой пулемет? Бы ты крутой не был, против пулемета тебе не выстоять. Спрячься в задницу. Спрячься в задницу. Кто долбит? А ведь кто-то долбит. Главное, чтобы не сзади, не сверху. Давай. Короткими перебежками между тележками. Вот так вот. Это мы еще гранаты не использовали. Так. Вот так. Всех убили. Видите? Карта чиста. Все живы? Черт, обожаю эту работу. Давай. Новый. Плохие парни рядом. Конечно. На. Мы их раздразнили. Конечно. Так. Что у меня тут? Они, наверное, вот здесь. Ну, наверху. Давайте, встречайте нас. Давайте, давайте. Блин. Куда вы все ушли? Куда вы все уходите постоянно? Кто воевать будет? Почему я один отдуваюсь? Сейчас их дохренище будет. А я один. Так. Блин, проворонил. Есть. А так. Давай. Давай, давай, давай. Давай, давай. Вот так. Всех почихаем. Вижу цели. Можно стрелять. Обрезанным просьба не залупаться. Мы их всех раздавим. Так, так, так. С другой стороны. Давай перейдем, посмотрим. Где ты? Так. Ну-ка. Давай быстрее. Перейдите туда. Вот он. На. Клешню тебе оборвал, да? Можно начинать. На.
Давай, давай. Давай. Вот сюда. Ясно. Посмотрим, кто ты, что ты, с чем ты. А? Вы неплохо работаете. Надо почаще вот так собираться. Правда? Следующий давай. Раз... Ух ты. А тут еще получается с боков прессуют. Ну что ж, пошли гранаты в ход. Спасибо. Если они, конечно, на этаже. А, они на этаже. Готов. Давай. Вот так. Сюда. На. Надеюсь, захватило его там. Так. Так. Приготовиться. А здесь огонь. Никто не поможет. И... Осколочная. Граната, граната! Вот так. Давай. Ты где, падал, застрял? Ну что, тебя вести, что ли, за шкирку? Так. Походу дела его еще и вести надо. Так, куда мне тут? Враг убит. Где эта тварь? Внизу сучара. А, он даже с места не двинулся. Вот козел. А с кем мы тут воюем? Ну-ка. А куда ты бежишь? Не следа врага. Куда ты бежишь? У нас все чисто. Да. Давай, 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 давай. Блин, этого козла реально надо вести. Столько времени на него потратили. Такой путь проделали. Почему по игре нельзя дать ему люлей? От всей широты души. Давай. Давай, падла. Тебя пятеро бойцов первоклассных ведут. Особенно я. А ты еще идти не хочешь, мразь? Так. Я же сказал, не отставай. Так. А нам еще, господи, вверх подниматься. Они там на лестнице нас ждать еще будут. Это вообще кошмар. Какой замес будет. Так, нам сюда. Точно помню. Так. Так. Здесь... Очистили все. Так, так, так. Давай, козлина. Спускайся. Так. Ну. Опасность рядом, враги. Тебе туда. Так, принято. Так. Блин. Рядом враги. Где враги? Я бы еще знал. Ну-ка, давайте посмотрим. Отправим дрона. Стой. Стою, хоть дой. Так. Так, что мы видим? Опасность. Это не здесь. Это вот здесь. Давай. Да не враги на мушке. Все готово. Мне нужен хороший обзор. Мне нужен хороший обзор. Цель пропала. Так. Ну. Теперь-то вы их видите? Ну. Давай. Ясно. Цель пропала. Правильно вы там стоите, ни хрена не делаете. Так. Раз. Два. Надо три. Давайте. Цель выбрана. Что указаний? Вот так. Что-то я не понял. Ну. А, давай. Огонь, огонь. Да. Ну-ка, тихо. Я здесь, батя. Вот так. Потихонечку, помаленечку.
А, он замер. Близости нет. Здесь все. Эти уроды такие неуклюжие. А, это куда вести надо его? Он далеко тебя вести, падла. Так. Так, перегруппироваться. Все ко мне. Выдвигаюсь. Все ко мне, правильно. Будете меня защищать. Так. Потихонечку. Все-таки лесенка. Не стучим своими копытами. Ох, надеюсь, мины я не зря поставил. Так. Блин. Лишь бы на меня бы на самого не сработало. Рядом враги, будьте начеку. Блин. Вижу атакующие цели. Так. Давай-ка дрон. Запускаю дрона. Так. Так. Занимаю позицию. Нужна позиция получше. Погоди, сейчас займу позицию. Так. Ну, примерно как-то так. Блин, ничего. Давайте, давайте, давайте. Вот сюда, если перегруппироваться. Вот. Давай туда. Сюда. Вас понял. Давай. Иду. Цели на мушке. Готов. Мне нужен хороший обзор. Стой, мне нужен хороший обзор. Давайте, давайте. У меня есть цель. Черт, атакую. Да. Вот так вот тебе. По-любому вынес. Так, потихонечку выглядываем. Что видим? Так. Ноги. Руки. Так. Граната, берегись! Мы вниз граната, чуть-чуть спустимся. Где? Где граната? Потери. Вот. Нашего подстрелили. Атакую! Так. Снайпер, пригнуться. Они нас заблокировали. Так. Выводите отсюда инженера. И помни, что... Давай. Давай. Всем. А ты куда? Я их задержу. Потом зачтемся, если что. Точно? Их там немало. Да так. И я не люблю быть в долгу. Надо спасать их потихонечку. Давай. Давай, вылечим тебя. Спасибо. Вот так. Блин. Давайте других сможете спасти. Блин. Хорошо, что тут первое ранение. Второго ранения я не переживу. Ну давай, подними меня. Давай, малыш. Блин, там. Открывай огонь! Давай. Так. Так, вжбан. Вжбан. Какая прелесть. Так. Где он последний? Черт, тебя не прогонишь. Не можешь не ввязываться в бой, да? Меня такому не учили. Заканчивай. Вот так. Задание. Все. Дэниела к точке эвакуации. Я буду на связи. Веду. Думаете, мне тут охота зависать? Так. Нам туда. Всем туда. Так. Мне надо боеприпасы свои пополнить. Так. Вы уж извините, ребятушки. Так что не обессудьте. Но я вами сейчас буду жертвовать. Без созрения совести. Так. Атакую врага. Вот, вот так. Вот так. Мне еще всякие папы здесь. Мы в порядке, все целы? Дорогу не перегораживали. Давай. Давай. Господи. Давайте, все давайте. Почему я вперед всех должен бежать? Я что, павший на голову, что ли? Вот хоть бы там вертолет был. Давай туда. Давай. Принято.
Давай, 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 давай. Вот есть вертолет. Какой я красавчик. Так, минутку. Что мы тут? Интересно, а на вертолете эта тварь может лететь? Или обязательно на машине надо оставлять? Сейчас узнаем. Так. И сел вертолет. Тут полно всяких лампочек и тумблеров. Постойте, может? Надо держаться ближе. Давай, падла. Залазь. Давай, давай, давай. И... Все. Полетели. Готово, погнали. Кстати, миссия неплохая, хоть и второстепенная. Полный пакет у нас. Куда его доставить? Да. Хорошо. Надеюсь, обошлось без проблем. Подождите. Центр крокодила. Боуман? Карен Боуман? Так. Ты его знаешь? Просто ведите его в убежище. Сейчас передам координаты. Убежище. Уебище в убежище. Вообще нормально. Давай. Вот он. Вот так. Сели. Вот. Идем, идем. Давай. Стой. Да стой ты. Давайте опустим его. Вот так. Есть что рассказать о картеле? Вот так. Грасиас. Удачи. Есть инфа по вертушке картеля с грузом. Давай попробуем перегнать ее повстанцам. Почему я должен бегать за всеми? Кого-то упрашивать. Я крутой боевик. Все должны меня бояться. При встрече кланяться и снимать шляпу. А я бегу за ним, как ребенок. Итак. Доходяга. Мы тебя доставили. И еще одну штучку. Все. Все, все, все. Все, давай прощаться, амиго. Береги себя и на рожон не лезь. Так, миссия выполнена. Покинуть территорию. Боуман, до судовольства. Пакет доставлен. Так. Отлично. Оставьте его в убежище. Посмотрим, что сейчас. Посмотрим. Что это у нас? Обнаружено задание. А, угроз. Как раз по пути. По пути чего, правда, неизвестно. Ну, по пути. Итак. Вернемся теперь к обычной программе по освобождению народа Боливии от тирании картеля Санта-Бланка. Обязательно. Такая длинная, несвязанная речь, просто ужас. Это... Так, так. Так, вертолет. Садим. Сажаем. Вот так. Сейчас отметим. И пойдем. У нас, если не забыли, босс. Босс нас ждет. Кого мы будем прессовать? Посылка найдена. Скину координаты так. Повстанцам, пусть подберут. В следующий раз Ось. Попроси их сбросить груз поближе к какому-нибудь бару. Так. Смотрим. Нет. Мы обещали вам. Что это? Карл Букхарт. Монтолк. Доберитесь до заброшенного серебряного рудника. Руководитель тренировочной программы картеля идентифицирован. Это бывший рейнджер Карл Букхарт. Парень перешел черту, начав работать на картель. Карл. Уничтожьте его. И в порядке, Карл. Букхарт. Ну, Букхарт, не Букхарт, мы не знаем. Мы все немножко в пятницу Букхарты. Не то, что Карл, но это уже что-то. Так, ну-ка давайте посмотрим, где у нас фонари. Оп. О, кстати, он вниз светит, если не ошибаюсь, смотрите. Так, вот. Ладно, мы подберемся незаметно. Кстати, там есть оружие, и, если не ошибаюсь, какая-то информация там тоже лежала. Так что, ну, информация нам не очень, вот, честно скажу. А вот оружие, да. Хоть я и открываю новые оружия, всякие приспособы к ним.
Но тем не менее. Так, в сторону, в сторону. Вот так. Вот. Теперь давайте посмотрим. Так, надо на глушитель переделаться. Так, дрон. Будем смотреть, где моя добыча. Что-то никого нет. А где все? Так, минутку. Может, я что не вижу? Вижу пулеметчика картеля. Где? Где ты что увидел пулеметчика картеля? Да. Ладно. Я не гордый. Пешком прогуляйся. Что-то понять не могу. Так. Где-то здесь вот. Где-то здесь. Ой, ё-моё, это ж подземный бункер опять. Это ж, ребята, опять подземный бункер. Это ж опять под землю тащится. А, кстати, вспомнил. Мы же здесь были. Да-да-да. Ну-ка, давайте-ка. Диверсия. Вызову повстанцев, чтобы отвлечь врага. Мы вызвали подкрепление повстанцев. Понял. Наши на подходе. Мы запросили минометную поддержку. Они на чеку. Банк. Ой, это повстанцы были. Вас понял. Мины пошли. Блин. Убит повстанец. Открыли стрельбу да по своим. О, блин. Давай. Это косяк. Ясно. Блин, так неудобно получилось. Извините, ребята. Мы на войне. Всякое бывает. Мы сейчас именно там. Так. Козлины нет уже. Так. Припасы уже отмечены. Вот, смотрите. Вот он. Цели на мушке. О, можно добыть начинать. Не может. Огневой контакт. Давай, кирпич. Вот так. Смени позицию. Есть. Есть. Ой. Ну-ка, давайте-ка. Враги на мушке. Попался. Все готово. Конечно. Я за рулем. И где командный дух? Сомкнуть ряды. Только не опрокинь ее. Только не опрокинь. Газа перевезу. Давай. Огонь по ним, по засранцам. Молодец. Красавчик. Едем. Никого не жалеем. Так. Ой. Мы, кажется, приехали. Так. Да, мы приехали. Кто? Блин. Налево, направо. Давайте здесь глянем по-быстрому. Боже, здесь вонь как на бойне. Боже, здесь вонь как на бойне. Сначала новобранцев учат убивать. Зачем? Пленников и заставляют рекрутов избивать их молотками. Повторяться-то. Или рубить мачете. Иногда это мужчины, иногда женщины, иногда дети. А кто дрогнет? Стоп. Так. Так. Здесь ничего нет? Ничего. Ага, внизу. Еще вниз, значит. Здорово. Так. Заплутали мишки, заплутали.
Так. Ладно. Смотрим здесь. Посмотрим. Так. Кто-то где-то что-то. Про что-то. По тому ли ответвлению мы вообще пошли? Появился один с пистолетами и пулеметами. Так, один вот здесь за поворотом может быть. Это кто здесь уводит? Никого не встретили? Вот кто-то где-то стреляет. Вот, стоять. Ой, мать, мы здесь были, по-моему. И не заметили этот проход. Нам сюда. Подальше. Пониже. Черт, прячься! Осколочная, получайте, кулярос. Так. Бунт на корабле. Я вам дам бунт. Так. Вот он. Я вам дам бунтовать. Халуи. Так, а что тут успеешь? Ну что я все время нажимаю? Так. О. Осколочная. Вот. Так, надо управление поменять. Текстовой чат. Так. Еще только рот раскрой на него. Ой, как охота. Нам сюда, наверное. Не пристрели его. Хотя своего ты, наверное, не пристрелишь. Где? Где оружие? Вот оно. Так. Нам, наверное, кто-то сюда. Они идут прямо на нас. Пусть идут. Мы их не боимся. Ну, особенно я-то их точно не боюсь. Я слишком крут, чтобы их бояться. Так. Где вы, где вы? По туннелю где-то идут. Какие документы. Вы меня куда ведете? Так. Вот он. Сундучок. Здесь так. Оружейный ящик. Ну, для нас тоже это очень важно. О, хорошая вещь. Вот видите, не зря. Ой, не зря. Так. Куда сюда? Давайте посмотрим. Что здесь? Да. Лайк вроде обошлось. О. Ну, где-то там. Блин. И что от того, что он где-то там? Это где-то тут. Так, а туда можно как-то спуститься? Нету. Ладно. Давайте немножко по-другому. Раз здесь такие катакомбы. Так, вот я на Беттере приехал. Давайте вот сюда пойдем. Так. Нет. Еще одна цель. Вот так. Где? Где-то внизу, что ли, подо мной? Или... Вот так. Главное, в бочку, чтобы никто не стрельнул.
Вот так, они откуда тоже пришли. Все так. Живы? Черт, обожаю эту работу. Посмотрим. Так, здесь мы точно были. Давайте идем до конца и посмотрим. Может, там есть спуск вниз. Это как-то не там, не сам, посреди комнаты. Ой, посреди комнаты, посреди туннеля. Вот. Так оно и ожидалось. Ой, комплект полный. Давайте, ребятушки. Сегодня у нас какие-то одни подземные миссии. Так, ну ладно, там хоть напрямую потом. Вы верите, что там никого нет? Нет, верится с трудом. Дрон в воздухе. Вижу турель. Турель вижу. А никого за турелью нет? Нету. Так. Вижу турель. И здесь за турелью никого. Вижу Букарта. Цель помечена. За турелью тоже никого нету. Задний. Сзади. Откуда он идет? Господи, мне за ним бежать, что ли, потом еще? Или отбиваться придется. По ходу дела, да, бежать. Эта скотина смыться надумает. И вот свет в конце туннеля, он выйдет. А, убейте. Смотрите. Сейчас мы это сделаем. Что-то мы затупили маленько. Зачем нам бежать за ним? Вижу капитана. Готово. Да. Хреновая смерть. Вот и все. Бухарт сделал свой выбор, а мы сделали то, что должны. Бухарт. Неплохо сработали в Монтуйоке. Без Бухарта программа подготовки забуксует. Лучшие силы Санта-Бланки попытаются заткнуть эту брешь. Безопасность картеля пострадает, и у нас будет шанс добраться так. До кирпича. Чертовски верно. А мы сваливаем. Картель много лет хозяйничает в Боливии. Мы положим этому конец. Так держать. Итак, на этом все. Смотрите, как мы будем уничтожать следующих боссов. Покедова. Подписывайся на мой канал, ставим лайки.